эти юношеского пау, знаете ли. Как в гости звать, так первое, а как девушку домой проводить, так никогда. Вот теперь должна думать, где мне переночевать. Хорошо, что недалеко от пограничного института ФСБ России есть такое замечательное место, как Зыргут. Там и гостиница, и бар, и зал с караоке. Даже бильярдная комната имеется. Чем не место для проведения испытаний финалисток номинации «Мисс Великолепие» от не менее великолепного партнера проекта «Мисс Курган 2012» мебельного салона «Фламинго». То, чем я занимаюсь, это в первую очередь создание интерьера, создание домашнего уюта, создание интерьеров общественных помещений, квартир, коттеджи. То есть то, что красиво. Поэтому мы находимся сейчас в гостях у моих друзей, которые открыли великолепный комплекс. Он недалеко от города. Сюда вложено очень много фантазий. Это уголок старой Европы. И мебельный центр «Фламинго» уже 16 лет занимается тем, что помогает нашим курганцам, нашим друзьям, потому что всех клиентов я называю нашими друзьями, помогает создать как раз вот этот вот уютный, комфортный, приятный мир. Мебельный салон «Фламинго» уже 16 лет работает в Кургане. В самое ближайшее время он порадует зауральцев сменой экспозиции и красивой мебелью от, пожалуй, лучших фабрик мира. Вот наши финалистки уже ждут не дождутся этого события. Юлия Матвиенко, 28 лет, не замужем. Планирует создать свою креативную студию. Анна Родионова, 26 лет, инспектор. Мечтает стать матерью и побывать в Европе. Александра Лысенко, 27 лет, юрист. Любит мужчин и шоколад. Любовь Максимова, 27 лет, не замужем. Верит, что только внимание мужчины делает женщину привлекательной, яркой и сильной. Марина Иванова, 27 лет, бухгалтер. Ее девиз – все, что не делается, все делается к лучшему. Елена Рожкова, 28 лет, юрист и экономист. Старается быть успешной во всем. Ну вот мы познакомились и неплохо, в общем-то, отдохнули. А теперь начинается самое интересное. Сотрудники бара «Зыргут» любезно подготовили для участниц испытания вот этот столик. Много тут всякой всячины. И как правильно она расставляется, знает разве что Екатерина. Так что это такое? Называется плажемат. Это постановочная тарелка. Обычная пирожковая тарелка. Вилка-нож. Кладется с правой стороны от тарелки нож. С левой стороны нож, с правой стороны обязательно зубчиками к тарелке, сантиметр от края стола. Джиггер – это под водку, винник, под красное вино. Далее по высоте идет флюте – это шампанское. А теперь представим, что накрываем мы расчудесный столик мебельной фабрики «Фламинго», и участницы порхают над ним, как фламинго, и вообще все у нас очень-очень хорошо. Сначала мы берем сервировочную. Мы ставим пирожковую, для пирожков тарелочек. Так все-таки сервировочная или постановочная, пирожковая или для пирожков? Два ножичка. Примерно сантиметр 20 от края. Лезвием тарелочки. Это все, конечно, хорошо, но почему по два ножа и по две вилки? Официантка, судя по ее выражению лица, тоже недоумевает. Я накрыла стол для своей дочери. Ей скоро исполняется 3 месяца. И следующая участница. Так, я думаю, мы будем накрывать обед на одну персону, состоящую из 2 блюд. Это первое и десерт, скажем. Но здесь ложек у нас нет, к сожалению, поэтому... Но по правилам этикета, насколько мы знаем, кушаем мы десерт уже вилкой. Сегодня я буду накрывать ужин для своего мужа. На ужин у нас, значит, рыба запеченная. Рыба, значит, будет с овощами. И вот пальчики оближешь. Очень уверенно в бой с тарелками ринулась финалистка в красном платье. Так, наверное. А ну-ка, Екатерина, прокомментируйте, все ли верно расставлено? Да, но бокалы ставятся не в том порядке и не с той стороны. Полностью засервировать стол на 1 персону. Полностью.
Да полностью, полностью. Эй, красавица, вы вообще понимаете, куда попали? Ну вот, вроде дело пошло. Щупает что-то бокалы. Чего их щупать-то? Ставь уже. Человек из него пьет, и он вот берет губами, собственно, как раз вот за это место. Все жиры берутся за нож. И последняя участница. Тоже в красном, видимо, модный цвет. Мне кажется, это красиво. И удобно. Естественно, удобно. Пришла красивая в ярком наряде, и всем вообще без разницы. Что говорит, что делает. Я считаю, просто на эту тарелку положим салат. Когда его поедим, тарелка уберется. На вторую тарелку пойдет горячее мясо. Да молодец, все правильно сделала. Настало время расслабиться и получать удовольствие. Все разъехались, так что Владимирский Централ! Владимирский Централ!